День, дорогие друзья! Вот и подходит к завершению наш 2014 год. Впереди нас ждет новый 2015. Для нашей школы прошедший 2014 год был очень плодотворным на проведение различных конкурсов, проведение мастер-классов и открытие множества выставок. Сегодня мы вновь рады приветствовать вас на подведении итогов и открытии выставки двух прошедших городских новогодних конкурсов, традиционно завершающих год. Это был у нас конкурс «Городской экспресс», конкурс детского рисунка «Краски зимы» и городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Дело в шляпе». В конкурсе приняли участие не только учащиеся нашей художественной школы, но и учащиеся детской школы искусств города Новочебоксарска и учащиеся общеобразовательных школ. Все ребята молодцы, проявили фантазию, дизайнерские способности и творчески подошли к созданию произведений. Поэтому эти два конкурса получились по-новогоднему яркими, красочными и праздничными. А теперь предоставим слово директору художественной школы Глушаченко Михаилу Юрьевичу. Добрый день, дорогие друзья! Еще раз хочу тоже поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. Поздравить вас с еще одной выставкой, которая открывается в прекрасных залах художественного, точнее, музея истории города. И огромную благодарность, конечно же, администрации музейного комплекса, которая всегда с радостью принимает наши выставки на своих площадках. Это были прекрасные два конкурса, они уже не в первый год проходят в нашей школе. Все дети нашего города приходят.